То, что рак победим, 57-летняя Сажида Файзуловна знает не понаслышке. Недавно у нее обнаружили рак груди. А сегодня женщина готовится к выписке и строит планы. Причем спасли ее от болезни павлодарские медики уже второй раз. В этом году был повтор, рецидив, через 11 лет. 11 лет – это уже большое достижение. Я жила полноценной жизнью. И сейчас я опять выписываюсь. Второй раз мне сделали операцию, тоже сложную. Но самые нужные слова, которые я услышу – иди и живи дальше, как жила. И я буду жить. Это самое главное. А Балжанат ждет дома 5-летний сын. Известие о раке для молодой женщины было как гром среди ясного неба. До этого почти год лечила аппендицит. Сегодня врачи-онкологи дают ей поверить, что жизнь продолжается. Медперсонал в онкологии – это, как знаете, высшая лига. Как десантуры, ну, отборные люди, они до такой степени ответственные. У них нету выходных дней. Но приезжают, контролируют своих пациентов. Вот это вот меня очень удивило. То, что мой врач приехал в субботу, выходной день. Потом в воскресенье приехал, проконтролировал, что там со мной, как я там. По статистике, в областном онкодиспансере проводят до 1500 операций в год. Около 1000 пациентов получают лучевое лечение и более 3000 курсов химиотерапии. Охват специализированного лечения он составляет порядка 80%. И эффективность лечения при первой и второй стадии, при визуальных локализациях, там выживаемость составляет порядка 97-98%. При внутренних локализациях, при ранней диагностике, показатель общей выживаемости он тоже достаточно высокий, порядка 75-80%. Павлодарская область на втором месте по онкологии в стране. Сегодня на диспансерном учете 11 800 пациентов. Но при этом больше половины из них живут 5 и более лет. И это один из лучших показателей по республике. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис».